в предыдущей главе. На следующее утро Ваня с Горкиным отправляются на постный рынок по маршруту богомольной прабабушки Устиньи на старенькой кобыле по кличке Кривая. Дорога их лежит мимо Кремля, и всеведущий Михаил Панкратович рассказывает мальчику предания их семейства, связанные с историей Москвы, церковной жизнью и рабочими подрядами, которые отмечал сам государь. На рынке идет великий торг. От изобилия разбегаются глаза. Ягоды, грибы, соленья, сбитень, кисель, постные блины, баранки и богатый медовый ряд. Марта по старому стилю или 7 апреля по новому. Церковь празднует праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот праздник близок и радостен всякому верующему православному человеку. В ней отмечается событие, когда Пресвятой Деве Марии явился Архангел с изъявлением ей воли Божией, что от нее родится Спаситель мира, Христос. Она ответила ему: «Будет мне по воле Твоей, се раба Господня». Этот праздник отмечается у нас весной. И в основном попадает на Великий пост. Та глава из Лета Господня, которая начинается в Благовещении, она как раз и повествует нам о том, как приходила в их дом весна. А отец нашего героя – подрядчик. Он занимается стройками, берет подряды. И для этого ему нужен строительный материал. Материал он сплавляет по реке. Начнется ледоход. Барки со строительным материалом будут срезаны льдом. Плывут по реке, их надо будет ловить. Все это будет большой труд, суета. И именно в ней приходит весна вместе с Благовещением, с предвестием великого праздника Пасхи. Благовещение. А какой-то завтра денечек будет. Красный денечек будет. Такой на Пасху будет. Смотрю на небо, ни звездочки не видно. Мы идем от всеночной, и Горкин все напевает любимую молитовку. Благодатная Мария, Господь с тобою. Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник такой великий, что никто ничего не должен делать, а только радоваться. Потому что если бы не было Благовещения, никаких бы праздников не было христовых, а как у турок. Завтра и поста нет. Уже был перелом поста, щука ходит без хвоста. Спрашиваю Горкина, а почему без хвоста? А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва-реке, на два аршина прибыло, вот-вот ледоход пойдет. А денек завтра ясный будет. Это ты не гляди, что замолаживает. Это снега дышат, тают. А ветерок-то на ясную погоду. Горкин всегда узнает по дощечке. Дощечка плотника всякую погоду скажет. Постукает горбушкой пальца. Звонко, если хорошая погода. Сегодня стукал, поет дощечка. Благовещение.
И каждый должен обрадовать кого-то. А то праздник не в праздник будет. Кого ж обрадовать? А простит ли отец Дениса, который пропил всю выручку? Денис живет на реке на Портамойне. Собирает копейки в сумку. И эти копейки пропил. Сколько дней сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по-солдатски. Здравия желаю. Отец все не отвечает. И мне за него стыдно. Денис солдат. Какой-то гвардеец. С серебряной серьгой в ухе. Сегодня что-то шептался с Горкиным и моргал. Горкин сказал. Попробуй, ладно. Живой рыбки-то не забудь. Денис знаменитый рыболов. Приносит всегда лещей, налимов. Только как же теперь достать? Завтра с тобой и голубков, может, погуняем. Первым выгон сделаем. Завтра и голубиный праздничек. Дух Свят в голубке сошел, то на крещение, а то на Благовещение. Богородица голубков церковь носила. По ее так и повелось. И ни одной-то не видно звездочки. Отец зовет Горкина в кабинет. Тут Василий Васильевич и водяной десятник. Говорят о воде. Большая вода, беречься надо. Понятно, надо. Опасливо, покивает Горкин, трясет бородкой. Нонче будет извод вода. Какая весна-то? Под Ильинским барочки наши с материальцем, с балочками. Упаси бог, льдом-то порежет. Да под раздорами, как разгонит на заверте, да в Пуленовский с кирпичом долбанет. Ах, тогда и Краснохолмский наши, и под Симоновым. Все побьет, покорежит. Интересно до страху слушать. В ночь, чтобы якорей добавить. Дать депешу Ильинскому старшине, он на воду пошлет. И якоря у него найдутся, озабоченно говорит отец. Самому бы надо... сказать, да праздник такой, Благовещение. Как, Василий Васильевич, скажешь? Не попридержит? Сурвать ранее трех день не должно бы никак сурвать, глядя по воде. Будь покойный, с морозом прихватит ночью. Подержит. Оба ждет для праздника. Уж отдохните. Как говорится, завтра птица гнезда не вьет, красная девка косы не плетет. Наказал Павлушу десятнику там, в случае угрожать начнет, скакал бы, чтобы во всю ночь, днем ли ночью, чтобы нас вовремя упредил. А мы тут перейдем тогда с мостов, забросными якорьками схватим, нам не впервой. Не должно бы сорваться, говорит и водяной десятник, поглядывая на Василия Васильевича. Канаты свежие, причалы крепкие. Горкин задумчив что-то, седенькую бородку перебирает, тянет, отец спрашивает его. А, как? Снега большие. Будет напор, сорвет. Барочки наши свежие. Коль на быку крымского не потрафит, тогда заметными якорьками можно поперенять, ежели как задастся. Силу надо страшенную в разгоне. Без сноровки никакие канаты не удержат. Порвет, как гнилую нитку. Надо ее до мосту захватить, да поворот на быка потерлый, чтобы. А тут и перехватить на причал. Дениса надо бы, ловче его нет. На воду шибко дерзкий. Дениса бы на что лучше, говорит Василий Васильевич, и водяной десятник. Он на дощанике подойдет с бочку с молодцами, с дороги ее пособьет в разрез воды, к бережку скотит, а тут уж мы. Пьяницу вора лучше я барки растеряю. Материал на цепях не расшвыряет. А его сукиного сына не допущу, стучит кураком отец. А уж как каяться-то, Сергей Иванович пробует заступиться Горкин. Ночей не спит для праздника такого. И богу воров не надо. Ребят со двора не отпускать. Семен на реке ночует, тысяча десятника. На всех мостах, чтобы якоря и новые канаты. Причалы глубоко врыты, крепкие. Долго не толкует, а отец все не замечает, что пришел я прощаться, ложиться спать. И вдруг зажурчало под потолком, словно гривенчики посыпались. Тс-с, погрозил отец, все поглядели кверху. Жаворончик запел. В круглой высокой клетке, затянутой до половины зеленым коленкором с голубоватым небом, чтобы не разбил головку о прутик, и неслышно проживал жавороночек. Он весил больше года и все не начинал петь. Продал его отцу знаменитый птичник Солодовкин, который ставит на соловьев и канареек. И вот жаворончик запел. Запел, зажурчал, чуть слышно. Отец привстает и поднимает палец. Лицо его сияет. Запел. А шельма Солодовкин не обманул. Больше года не пел. «Да явственно, как поется, самый наш, настоящий!» – сплескивает руками Василий Васильевич. «Уж это прямо к благополучию. Значит, под самый праздник обрадовался. Благополучию-с!» «Под самое под Благовещение. Точно, что обрадовал.
Надо бы благополучию, говорит Горкин и крестится. Отец замечает, что я здесь, и поднимает жаворонку. Но я ничего не вижу. Слышится только трепыхание, да нежное-нежное журчание, как ручейки. Выиграл заклад, мошенник. На четвертной со мной побился, весело говорит отец. Через год к весне запоет. Запел. У Солодовкина без обману, но всю Москву гремит, радостно говорит Игоркин. Посулился, завтра си крест принести. Ну, что Бог даст. А пока ступайте, уходят. Жаворончик умолк. Отец становится на стол, заглядывает в клетку, начинает подсвистывать, но жаворончик, должно быть, спит. Слыхал, Чижик, говорит отец, теребя меня за щеку. Соловей, это не в диковинку, а вот жаворончика заставит пить, да еще ночью. Ну, удружил мошенник. Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. Благовещение сегодня. В передней рядом гремит ведерко, слышится плеск воды. Погоди, держи его так. Еще убьется, слышу я, говорит отец. Носик-то ему прижмите, не захлебнулся бы, слышится голос Горкина. А, Соловьев купает. Я торопливо одеваюсь. Пришла весна, и Соловьев купает, а то и не будет петь. Птицы у нас везде. В передней Чижик, в спальне канарейки, в проходной комнате скворчик, в спальне отца канарейка и черный дроздик. В зале два соловья, в кабинете жаворончик и даже в кухне. У Маришки живет на покое весь лысый Чижик, который пищит челки-челки по голеньке, когда настучат посудой. В чуланах у нас множество всяких клеток с костяными шишечками от прежних птиц. Отец любит возиться птичками и зажигать лампадки, когда он дома. Я выхожу в переднюю. Отец еще не одет, в рубашке. Так он мне еще больше нравится. Засучив рукава, на белых руках синеватыми жилками, он берет соловья в ладонь, зажимает соловью носик, окунает три раза ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит, как огорошенный. Мы смеемся. Потом отец запускает руку в стеклянную банку от варенья, где шустро бегают черные тараканы, и со стенок срывается на спинке, вылавливает, не боится, и всовывает в прутья клетки. Соловей будто и не видит. Таракан водит усиками и тюк, таракана нет. Но я лучше люблю смотреть, как бегают тараканы в банке. С пузика они буренькие в складочках, а сверху черные, как сапог, и с блеском. На кончиках у них что-то белое, будто сальцы, а сами они ужасно жирные. Пахнут, как будто ваксой или сухим горошком. У нас их много. К прибыли, говорят. Проснешься ночью, и видно при лампадке. Ползает черный слив, как будто. Ловит их в таз на хлеб. А старая донышко жалеет. Увидит, скажет ласково, как цыплятка. Ну-ну, ши. И они тихо уползают. Соловьев выкупали и накормили, насыпали яичек муравьиных, дали по таракашке скворцу и дроздику, и Горкин вытряхивает из банки форточку. Свежие приползут. И вот я вижу, по лестнице поднимается Денис из кухни. Отец слушает, как трещит скворец, видит Дениса и поднимает зачем-то руку, а Денис идет, и идет, доходит и ставит у ног ведро. «Имею честь поздравить с праздником!» — кричит он по-солдатски храбро. «Живой рыбки принес! На ним отборный, подлещики, ерши, пискарье, ельцы. Всю ночь накрывал наметкой. Самое первосортное для ухи по водополью. Прикажете на кухню?» Отец не находит слова, потом кричит, что Денис мошенник, потом запускает руку в ведро с ледышками и вытаскивает черного Налима. Налим вьется, словно хвостом виляет синеватое его брюхо лоснится. «Фунтика на полтора, Налимчик. За редкость накрыть такого», — девица Горкина сам запускает руку. «Да какие подлещики-то, гляди ты, и рака захватил. Цельная тройка впуталась. Таких в трактире не подадут», — говорит Денис. «На дощанике между льду все ползал, где потише. И еще там ведерко с белью больше. Ну, есть и налимешки на подвар, щуренки, головлишки». Лицо у Дениса вздутое, глаза красные, видно, всю ночь ловил. «Ладно, снеси», — говорит отец, ерзая по привычке у кармашка, а жилеточного кармашка нет. «А зато помни вычту. Выдай ему Панкратыч на чай целковый. Ну, марш, лешая голова, мошенник. Постой, как с водой? Идет льдинка, а главного не видать Можайского. Но только понос большой. В прибыли шибко, за ночь вершков 18. А так весело, ничего. Теперь не беспокойтесь, что глядим. Смотри у меня. Сегодня не настарайся», — грозит отец. «Рад стараться, лишь бы не надорваться», — вскрикивает Денис и словно проваливается в кухню. А я дергаю Горкина и шепчу. «Это ты сказал, я слышал про рыбку. Тебя Бог урай возьмет». Он меня тоже дергает, чтобы я не кричал так громко, а сам смеется. И отец смеется. А Налим прыг и заставлен на ведро. И запрыгал по лестнице. «Держи его». Мы идем от обидни. Горкин идет важно, осторожно. Медаль у него на шее из синода. Сегодня пришла с бумагой, и батюшка преподнес при всем приходе. «За доброусердие при ктиторе».
Горкин растрогался, поцеловал обе руки у батюшки и с отцом крепко расцеловался, и с многими. Стоял за свечным ящиком и тыкал в глаза платочком. Отец смеется. И в ошейнике ходит. Да не лает. Медаль серебряная в 3 пуда. Треть уже медаль, а 2 за хоругви присланы. Но это дороже всех. За доброусердие ко храму Божию. Лавочники завидуют, разглядывают медаль. Горкин показывает охотно, осторожно, и все целует, как показать. Ему говорят, скоро и почетное тебе гражданство выйдет. А он посмеивается. Вот почетное-то, оно. У лавки стоит низенький Трифоныч в сереньком ремечке, седой. Я вижу одним глазком, прячет он что-то сзади. Я знаю, что. Сейчас поднесет мне кругленькую колобочку из жести. Фруктовая Монпасье Ландрин. Я даже слышу, новенькой жестью пахнет и даже краской. И почему-то стыдно идти к нему. А он все манит меня, присаживается на корточки и говорит так часто. «Имею честь поздравить с высокорадостным днем Благовещения и пожалуйте пальчик». Он цепляет мизинчик за мизинчик, подергает и всегда что-нибудь смешное скажет. «От Трифона Черцова, господина Скворцова, от всего сердца, зато без перца» и сунет в руки коробочку. А во дворе сидит на крылечке Солодовскин с вязанкой клеток под черным коленкором. Он в потрепанном пальтеце и кажется очень бедный. Но говорит, как важно, и здоровается с отцом за руку. «Поздравь Горку нашу», — говорит отец. «Дали ему медаль в 3 пуда». Солодовскин жмет руку Горкину, смотрит медаль и хвалит. «Только не возгордился бы», — говорит. «У моих соловьев и золотые имеются. Оно задирают только, когда поют. Привез тебе Сергей Иванович, тенора певца усатого из Большого театра прямо. Слыхал, ты его у Егорова в Охотном облюбовал. Сделаем ему репетицию». «Идем чай пить с постными пирогами», — говорит отец. «А, принес с мелочи. Записку тебе писал». Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня. И в руке Солодовкина я вижу птичку. «Бери в руку. Держи, не мни», — говорит он строго. «Погоди, а знаешь стих? Птица Божия не знает ни заботы, ни труда». «Ну, ак, молодец. А вчера я растворил темницу воздушной пленницей моей. Надо обязательно знать, ну как можно. Теперь сам будешь на практике. В небо гляди, как она запоет, улетая. Пускай». Я до того рад, что даже не вижу птичку. Серенькая и тепленькая у меня в руках. Я разжимаю пальцы и слышу пырх, но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья похоже. Я даже ее целую и слышу, как пахнет курочкой. И вот она упорхнула в кость, вымахнула к сараю, села, и нет ее. Мне дают еще и еще. Это такая радость. Пускай ты и отец, и Горкин, а Солодовкин все еще достает под коленкором. Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпустить. В сторонке Денис покуривает трубку, сплевывает в лужу. Отец зовет. «Иди, садовая голова». Денис подскакивает, берет птичку, как камушек, и запускает в небо совсем необыкновенно. Въезжает наша новая пролетка, вылезают наши и тоже выпускают. Проходит Василий Васильевич, очень парадный, в сияющих сапогах, в галошах, грызет подсолнушки. Достает серебряный гривенник, дает Солодовкину. «Ну-ка, продай для воли!» Солодовкин швыряет гривенник, говорит, «для общего удовольствия пускай». Василий Васильевич по-своему пускает, из пригоршни. «Все, теперь одни тенора остались», — говорит Солодовкин. «Пойдем к тебе чай пить с пирогами. Господина Усатого посмотрим». «Какого господина Усатого?» Отец говорит, что есть такой в театре певец Усатов, как соловей. Кричат на крыше. «Это Горкин!» Он машет шестиком с тряпкой и кричит «Шиш! Шиш!» Гоняет голубков, я знаю. С осени не гонял. Мы останавливаемся и смотрим. Белая стая забирает выше, делает круги шире, вертится турманок. Это частики Горкина, его слабость. Где-то он их меняет, перекупает и в свободное время любит возиться на чердаке, где голубятня. Часто зовет меня, как праздник. У него есть монашек, галочка, шилохвостый, козырные, дутики, путычи, турманок, паленые, бронзовые, трубачи, путыноги. Всего не упомнишь, но он хорошо всех знает. Сегодня радостный день, он выпускает голубков по воле. Мы глядим или, пожалуй, слышим, как галочка-то забирает, как турманок винтится. От стаи белый, как снежистый блеск, когда она начинает накрываться или идти вертушкой, нам объясняет Солодовкин. Он кричит Горкину. «Галочку подобри, а то накроют!» Горкин кричит пронзительно, прыгает по крыше, как по земле отец удерживает. «Старик, сорвешься!»
А я вижу и Василия Васильевича на крыше, и Дениса, и кучера Гаврилу, который бросил распрягать лошадь и ползет по пожарной лестнице, кричат: «С конной пустили стаю! Пушкинские и Мясниковы накроют галочку!» И все киманки выпущены, а Конюшников сам взялся: «Держись, Горкин!» Горкин едва уж машет. Василий Васильевич хватает у него гонялку и так наяривает, что-то опять взмывает, забирает над галочкой, тюрмором валится на нее, головку и крутит лихо. И галочка опять в стае освоилась. Мясникова стая пролетает на стороне, утерлась. Горкин грозит кулаком куда-то, начинает вытирать лысину, поблескивая. Стайка садится ниже, завинчивая полет. Горкин, я вижу, крестится. Рад, что прибилась галочка. Все частики на крыше сидят рядком. Горкин цапается за гребешки, сползает задом. «Дурак старый, голову потерял, убьешься!» — кричит отец. Галочка слышится мне невнятно. «Нет, другой. Турманишка себя не помнит. Сменяю подлеца!» Лужи и слуховые окна пускают зайчиков. Кажется, что и солнце играет с нами веселое, как на Пасху. Такая и Пасха будет. Стоят толпой рабочие, многие босиком. Поужинали, только спать собирались лечь. Отец верхом, на взбрыкивающей под ним кавказке, отдает приказания. Одни под Симонов с Горкиным, другие под Краснохолмский с Василием Косым. Третий, самые крепиши и побачей, пока с Денисом под Крымский мост. А позже и он подъедет, заброшенный якоря метать, подтягивать. И отец проскакал за ворота. Я понимаю, что... далеко где-то срезало наши барки, и теперь они плывут. Водолив с Ильинского проскакал 5 часов. Такой-то везде разлив, чуть было не утоп под Сетунькой. А срезало еще в обедни. И где теперь барки, неизвестно. Полный ледоход отверху, катится вода за час по четверти. Орут: «Эй, топорики, ломики забирай, айда!» Нагружают полки канатами и якорями, и никого уж на дворе, как вымерло. Отец поскакал на Кунцево через Воробьевы горы. Денис, уводя партию, окрикнул: «Эй, по 2 пары, чтоб рукавиц! Сожжет!» Темно, но огня не зажигают. Все сбились в детскую, все в тревоге. Сидят и шепчутся. Слышу, жаворончик опять поет. Иду на цыпочках к кабинету и слушаю. Думаю о большой реке, где теперь отец, о Горкине, под Симоновым где-то. Едва светает, и меня пробуждают голоса. Веселые голоса в передней. Я вспоминаю вчерашний, выбегаю в одной рубашке. Отец, бледный, покрытый грязью до самых плеч, и Горкин, тоже весь грязный, зазябший, пьют чай в передней. Василий Васильевич приткнулся к стене, ни на кого не похож. Пьет из стакана стоя, голова у него обвязана. У отца на руке повязка, ожгло канатом. Валит из самовара пар, валит изо ртов, клубами, хлопают кипяток. Отец макает бараночку, Горкин подтягивает с блюдца, причмокивает сладко. «Ты чего чишь? Не спишь?» – хватает меня отец и скидывает на мокрые колени, на холодные сапоги в грязи. «Поймали барочки. Денис, молодчик, за все якорька накинул и развернул. Знаешь Дениса разбойника, солдата? Ну, Горка наш, старина, и Василь Косой все, кланяйся им, да ниже, порадовали, черт, молодчики. Сколько скажешь давать ребятам, а?» И тормошит, тормошит меня. «А про себя ни словечко, как овечка», — смеется Горкин. «Денис уж сказывал. Кричит: не поймаете, леший, всем по шаям накостыляю. Как уж тут не поймать? Ночь хорошо ясная была, месячная. Черта за рога вытащим, только бы поддержало было», — осмеивается Василий Васильевич. «Ни ко времени разговины, да уж тут без закону. Ведра 4 ребятам надо бы. 5? Ну, Господь сам видал, чего было». Отец дает мне из своего стакана, Горкин сует бараночку. Уже совсем светло, и Чижик постукивает в клетке. Сейчас заведет про поголенки. Горкин спит на руке, похрапывает. Отец берет его за плечи и укладывает в столовой на диване. Василия Васильевича уже нет. Отец потирает лоб, подтягивается сладко и говорит, зевая: «А иди-ка ты, Чижик, спать».